В ефірі телеканалу «Відкритий прес-центр». З вами Анна Гравенчук. І наразі ми говоримо про таке. 14 медалей. Як виступила збірна України на чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате? Сьогодні в наших гостях тренер та учасник збірної України у 35-му чемпіонаті Європи з кіокушинкай карате. А, власне, Ельнур Мамедов. Я вас вітаю. Також сьогодні в нас спортсмен, призер чемпіонату Європи з кіокушинкай карате серед діток Ілля Затівахін. Ілля, я вас також вітаю. Я вас вітаю. Ну що ж, пане Ельнур, почнемо з вас. Давайте розкажемо, що це за чемпіонат, як багато там було країн-учасників, який у нас результат, детальніше, хочеться більше інформації. Это 35-й чемпіонат Європи весовой, который проходил в городе Варна, Республика Болгария, в котором принимало участие более 600 спортсменов из 22 стран. Украина представила команду свою в составе 24 спортсменов, и нам удалось завоевать 14 медалей. Что это за медали? Расскажите, насколько это классный результат? Вы знаете, в мирное время мы выдаем намного больше результата, у нас получается намного выше, намного качественнее, но с учетом тех условий, которые у нас были, которые мы имеем, я считаю, что мы выдали хороший результат. Но суть не в медалях в этот раз, в этом году, в этой ситуации. Я считаю, что суть в том, что мы в принципе поехали и смогли подняться с нашим флагом на пьедестал и дать понять, что мы сильная страна, сильная нация. Розкажіть, будь ласка, про вагові категорії, які там були, власне, учасники якого вікового, ну, яких вікових категорій були? На самом деле много весовых категорий и возрастных, начиная с 10 лет. С 10 до 17 лет это юношеские категории, с 18+, это, естественно, категория взрослых, которая делится на мужчин и женщин. Все делятся по весам. Юниоры у нас обычно делятся, градация в 5 килограмм разница, а взрослые уже 10 килограмм разница. Например, взрослые мужчины до 70 килограмм, следующая градация категории идет до 80, и так в 10, шаг в 10 килограмм. У юниоров в 5. Скажите, пожалуйста, сколько бы участников налічувала збірна, якщо б ми всі 24 лютого не прокинулися від вибухів та повномасштабного нападу Росії на Україну? Ви знаєте, у нас кожен рік ми на цей чемпіонат їздимо в составі не менше, ніж 80-90 спортсменів збірної України. І ми видаємо колосальні результати. Цим прикладом може служити минулий чемпіонат Європи. Ми поїхали в составі 75 чоловік, і у нас було друге командне місце. Скажіть, будь ласка, власне, перед ефіром ви розповіли, що важко було готуватися, багато спортсменів з батьками поїхало за кордон. Як тренувалися? По возможностям. Говорю чесно вам, що у нас не завжди були можливості тренуватися, так як, во-первых, ми самі тренера, спортсмени збірної, наші ученики завжди з першого дня війни допомагають і допомагали в допомозі нуждающимся. Мы волонтерим, поэтому тренировались всегда по возможности, но к чемпионату Европы готовили в нескольких форматах. Первый формат — это был онлайн. Те детки, которые уехали, дети, юноши, спортсмены, которые уехали с родителями, вынужденно покинули страну, уехали в Европу, мы тренировали онлайн, давали задания, каждый день корректировали, помогали. А те детки, которые остались, и взрослые сборной страны, сборной Украины, мы тренировались по месту. Николаевский, Одесский регион тренировались вместе. Запорожье, Кривой Рог, Днепр тренировались центрально здесь, в Днепре. Насколько это было складно, прежде всего, морально? Очень тяжело, непросто, потому что, во-первых, это ответственность огромная. Тренироваться, когда знаешь, что летают ракеты, работают сирены, условия для тренировок, к сожалению, у нас нет в стране, в принципе, мы не готовы к этому, у нас нет в спортзалах бомбоубежища или бомбоубежища спортзала с спортзалами, к сожалению, у нас такого нет, и тренироваться достаточно ответственно,
потому что ты понимаешь, что это дети, это их жизни, и нужно быть очень внимательным, осторожным и реагировать на все, реагировать на все сирены. То есть это тяжело. Власне, також перед ефіром ви розповідали, що були труднощі з взагалі поїздкою. Розкажіть. Звісно, хотілося б, щоб спортсменам в нашій країні організували більш упрощені можливості виїжджати на соревнования, на сборы. Я думаю, что сейчас уже Министерство спорта способствует этому, но на тот момент, когда мы ехали на чемпионат Европы, к сожалению, были определенные трудности. Во-первых, нужно было, чтобы Министерство спорта подавало заявку на конкретную таможенную службу, где мы будем проходить коридор в другую страну, таможню. Нужно было, чтобы была заявка на спортсменов, конкретно призывного возраста. То есть, что такая-то сборная, конкретные фамилии, конкретные данные людей покидают страну на мероприятие. И кроме этой заявки от Министерства спорта, нужно было еще писать расписку, что ты обязуешься вернуться в страну в конкретные даты, до конкретной даты. То есть я хотелось бы от лица спортсменов, чтобы нам облегчили подобные выезды, потому что это доставляет некие трудности, я так считаю. У вас не были с этим трудности у вас саме с перетином? Бо ви казали, що спочатку не зовсім хотіли саме ваш вид спорту пускати, а потім все ж? Да. Была такая ситуация, она растянулась на длительное время, что оказалось, что спорт до войны был разделен на приоритетные виды спорта и неприоритетные. Как разумеете, как это подел? Я это понимаю по-своему, в Министерстве спорта это понимают по-своему. До войны приоритетные виды спорта и неприоритетные, это больше касалось финансовой части по снабжению, по помощи спортсменам. Это больше касалось этой части. Но когда наступила война, приоритетный вид спорта и неприоритетный вид спорта уже коснулся к выезду из страны на соревнования. То есть приоритетные виды спорта могли покидать спортсмены призывного возраста, покидать страну на соревнования, на сборы беспрепятственно, а неприоритетные виды спорта не могли вообще покидать страну, не могли выезжать на соревнования. То есть такая некая несправедливость существовала, и было очень неприятно знать, что мой конкретный вид спорта не попал приоритетные, и по каким причинам неизвестно, и кто это решает, тоже непонятно. То есть нас не оповещали об этом, мы об этом никогда не знали, и нас не предупреждали, что вы не можете выезжать, а кто-то может. Я узнал это накануне, когда вот министр спорта об этом мне написал, что есть разделение на приоритетные и неприоритетные виды спорта. Но после нашего диалога через 2 недели вышла поправка в закон в кабинет министров, что все могут выезжать на соревнования, все виды спорта, все сборные Украины, все команды и спортсмены сборной Украины. И это уже способствовало облегчению. Но, тем не менее, были некие трудности. Неприятно, когда ты понимаешь, что тебе нужно какие-то документы предоставлять, писать расписки, ждать, пока документы попадут на таможню конкретную. Мы ведь делаем свое любимое дело. На пункте пропуска. Были какие-то еще проблемы? Нет, очень дружелюбные таможенные исполнители, они достаточно хорошо отреагировали на наш выезд, они понимали, куда мы едем, но они просили документ, который у них отсутствовал. Когда мы приехали на таможенную, на пограничную службу, к сожалению, на тот момент у них отсутствовал документ о разрешении нашего выезда. То есть Министерство спорта еще почему-то им не отправило. Ну, так вышло. И пришлось поздно вечером, скажем так, беспокоить министра спорта, заместителя его, и для того, чтобы нам обеспечили выезд. И это случилось в течение нескольких часов, мы подождали и успешно выехали за границу. Ну, тоже пунктик неприятно, хотелось бы, чтобы это было намного проще, потому что мы занимаемся своим любимым делом очень много лет, и мы никуда не собираемся бежать из этой страны. А судя по тому, как нас просят
гарантировать наш возврат, там, писать расписки. Я понимаю, что боятся, что уже есть, возможно, случаи, что спортсмены не возвращаются. Я хотел бы, чтобы было более открыто все, более доступно, потому что мы любим свою страну, мы за нее выступаем, едем выступать, поднимать флаг, напоминать о том, что мы сильная нация, показывать, что мы сильная нация. И хотелось бы, чтобы у нас было все намного проще в этом отношении. Пане Ельнольд, розкажіть, будь ласка, про кубки, які сьогодні привезли, і про вашого вихованця Іллю. Ці кубки наші з Іллею, конкретний вот кубок за второе место командное выступление чемпионата Европы. В нашей команде 4 спортсмена. Это руководитель организации, по совместительству мой брат Заур Мамедов, Виталий Короткевич, наш спортсмен, и Марина Скоморохова, наша спортсменка. Она также является тренером. Это кубок за второе командное место в техническом выступлении ката. Второй кубок – это за третье место Затевахина Ильи. Он является учеником нашей спортсменки и тренера из Запорожья Марины Скомороховой. Он завоевал третье место в кумите, это поединки, и успешно выступил. Ему не хватило до первого места, по моему мнению, буквально немножечко технического исполнения добавить, там, физического и все. А вообще он был готов на 100% на первое место. Просто бывает у любого спортсмена, когда переволновался, где-то распереживался, это абсолютно нормально, даже взрослым, опытным ребятам, плюс которые... в нашей стране война, это не может не відбуватися совершенно на верно, цьому. Совершенно верно. Это было достаточно с его стороны, хорошее выступление, и он молодец, привез третье место. В целом у нас команда состояла со спортсменов с разных городов: Николаев, Одесса, Киев, Харьков. Харьковчане тоже выступали достаточно успешно, ребята выступили. Днепр, Запорожье, Кривой Рог. И в целом наша команда, конечно, не была полноценна, к сожалению, в этом году, потому что есть некоторые города, которые оккупированы временно, и я хотел бы, чтобы эти спортсмены в следующий чемпионат Европы к нам присоединились, и наши сборники присоединились, во-первых, к тренировкам полноценным, а во-вторых, к командному нашему выступлению, потому что нам не хватает наших спортсменов в нашей команде, которые действительно заслуживают быть на соревнованиях, а не жить в моральном стрессе и не иметь возможности нормально куда-то выехать. Дякую вам. Спасибо. Ну что ж, Ілля, перейдемо до вас. Розкажіть, будь ласка, як тренувалися, як готувалися до цих змагань? Як давно? Я тренувався у себе вдома. Я дзвонив своєму тренеру, вона мені давала завдання всякі. Там я набивався палкою. Це зі сторони було дуже странно. Мы потом воссоединились и начали тренироваться вместе. Бегать, на тренировки ходить нормально в зал и много всякого интересного делать. Потом мы снова так работали по домам, и потом мы обратно работали перед самими соревнованиями. И все у нас получалось, хорошая очень подготовка была, и мне понравилось очень все. А скажи, будь ласка, чому ви решив взагалі взяти участь в такому чемпіонаті, поїхати в іншу країну? Як на це відважився? Ну, я не боюсь їхати, я хочу продвигати свою сторону, чтобы она была все время первой, и как это должно сейчас быть. И просто продвигать себя дальше, участвовать на таких соревнованиях. Яку ты відчував гордість, коли виходив під прапором України? Ну, это было ответственно, и я очень боялся. Чому? Переживал, потому что боялся что-то не так сделать. И у меня все получилось, что я хотел. Немного не дотянул до первого места. Трошечку. Это нормально все. Кто поддерживал тебя? Меня
Это поддерживали одноклассники, родители, друзья все мои и много еще людей. А расскажи, будь ласка, дальше, власне, про сами поединки. Кто был твоими соперниками? Первым соперником был у меня пацан с Молдовы. А вторым был поляк. Поляк. Я их всех выиграл, двоих. Вышел против меня немец. На первых секундах я проиграл. Это было обидно. Это моя ошибка. Я слишком высоко поднял руку и открыл свою печень, и меня пробили. Є травма? Є травма у тебе після цього бою? Ні, немає. Немає. Ага, я зрозуміла. Слухай, а що ти відчував, коли виходив на поєдинок в бій? Ну, це ж страх має бути перш за все, да? Да, був страх, і я очень-очень сильно переживав, щоб тренер мною гордилась, і всі думали, що я отличний боєць. Ну, це правда. Чи задоволений ти своїм результатом? Да. Класний такий кубок. Хто тебе зустрічав тут вже вдома? Як реагували? Папа зустрічав. Тато зустрічав. Що казав да. тато тобі? Всякі поздравлення, що він мене любить, обнімав. Клас. Скажи, будь ласка, які в тебе тепер плани? На у мене плани – це готуватися на наступний чемпіонат Європи і на ньому показувати отличний результат. А скоро наступний чемпіонат? Да. В ноябрі місяці в Польщі. Ага, він, тобто, Кракові. Кожні півроку чи раз на рік проходить? У нас один раз в год весовий чемпіонат Європи, один раз в год абсолютний. Абсолютний в ноябрі місяці в Кракові у нас буде чемпіонат Європи. Ми також будемо старатися на нього попасти, готуватися. Надіюсь, що команда буде більше, будемо старатися над цим працювати. Як будеш працювати над помилками? Буду лучше свою технику и буду больше трудиться, бегать, развивать дыхание свое. Ага, а скажи, будь ласка, чому выбрав саме кіокушинкай карате? Это я ходил раньше на подготовительные, я там встретил друга, он тоже ходил на карате. Вот он мне посоветовал, я пришел. Поначалу я не хотел тренироваться, но потом после первой тренировки мне сильно понравилось, и я продолжил тренироваться. А что самое подобається? Поединок, не знаю, азарт, адреналин під час, або ж перемагати саме? Перемагати і драться. Дякую тобі, що нам розповів. Пане Ільнур, можна ще детальніше трохи інформації про інших учасників? Ми вже розуміємо, що їх було багато. Конечно. Про кого ще хочете розповісти? Якщо з учасників, да, можна багато говорити об этом, тому що ми, знаєте, коли приїжджаєш з обстановки війни, з вот этой енергетики, попадаєш в спокійну, там, де люди не розуміють, що це таке. Рядом, близко, даже не слышали, не видели, только где-то. Речі, а як ви реагували на чемпіонаті? Чи були якісь, не знаю, якась підтримка, хоч є, якісь плакати, що, ну, всі ж розуміли, що українці приїдуть? Ви знаєте, коли, приведу пример, коли виступали конкретно ми, наша команда Поката, 4 чоловіка, 4 спортсмена, нас підтримувало дуже багато стран, как, просто до того, як ми вийшли. Коли ми вийшли вже на татамі, в зал, половина зала стояла, аплодировала и поддерживала нас. Хочу сказать конкретно, это Турция, Польша, Италия стояли, приветствовали нас. Это было очень приятно, это очень заряжало энергетикой. Но в целом хочу сказать, да, нас поддерживают, очень нам сочувствуют, но, к сожалению, до конца не понимают глубину, серьезность нашей трагедии. Европейцы, к сожалению, видят очень мало, к ним информации приходит очень мало.
они либо новости практически не смотрят, либо смотрят то, что им показывают. И им показывают, если мы от реальных наших событий, ну, максимум 5-10%, ну, это максимум. И они реально не понимают. Они думают, что произошел какой-то конфликт, он есть, и, скажем так, периодически у меня вопросы были не как ты, как вы, чем тебе помочь, или поддержки, слова какие-то, а были такие слова, ну что, у вас уже все закончилось? То есть вот они до конца не понимают. Ну, на жаль, тільки українці, які знаходяться зараз тут, та, власне, рідні українці, які зараз тимчасово за кордоном, тільки ми всі розуміємо, що у нас війна. Кожного дня прокинаєшся і не хочеш читати новини, а відкриваєш і, ну, в зв'язку з сьогоднішніми подіями на Одещині. Ну що ж, шкода на такій сумній ноті закінчувати. Скажу від себе, ви величезні молодці, дякуємо вам, що ви представили Україну. Наразі представляти Україну у світі – це гордість, це треба. Прапор український має бути зараз всюди. Я вам дякую, що знайшли час до нас долучитися на ефір. Наш ефірний час, на жаль, скінчився, тому ми маємо прощатися. Нагадую, що в наших гостях сьогодні був Ельнур Мамедов, тренер та учасник збірної України у чемпіонаті Європи з кіокушинка і карате. Та, власне, призер цього чемпіонату Ілля Затівахін. Говорили про те, як виступила збірна України на чемпіонаті Європи з кіокушинка і карате. А саме привезла 14 медалей і 2 кубки. Які сьогодні? 14 кубків, але сьогодні тільки 2. А, 14 кубків, не медалі, кубки, все, зрозуміло. Дякую вам. З вами була Анна Грабанчук, телеканал «Відкритий». До побачення.